Сегодня, буквально вот 5 минут назад, город Желтые Воды, да, кольцевая дорога, ведущая на Кривой Рог возле завода Урановых Руд, был остановлен автомобиль марки КРАЗ, госномер АЕ-8077ЕВ, который сегодня утром был, скажем так, обнаружен на адресе улица Партизанская, 109. 110, да, в качестве, на месте незаконного приема металлолома. Вот, и путями оперативного, скажем так, оперативной работы, слежки, было выявлено, что данный автотрансфер покинул незаконно расположение утреннего пункта незаконного сдачи металлолома и выдвинулся в сторону Кривого Рога для сдачи этого металлолома, я так понимаю, с целью получения материальной выгоды. Потому по данному факту, да, мы вызвали местную милицию, сейчас приедет. Второй раз. Да. Вызвали местную милицию, чтобы они второй раз приняли меры, меры воздействия и предотвратили данное правонарушение. Так, будем ждать. Сразу напрашивается вопрос. Милиция была первая. Да. Был составлен протокол. Каким образом работники милиции не могли воспрепятствовать движению этого автомобиля? Нам тоже это интересно. Хороший вопрос, да. Почему? По идее, да. Как что минимум, должна была сделать милиция, увидя... Как минимум, его должны были опечатать, да, до конца разбирательства по данному факту. И установление всех виновных лиц, и при привлечении этих лиц к ответственности. Но так как, я так понимаю, или уже оперативно все установлено, и виновные наказаны, и данный автомобиль едет дальше, куда ему назначено. Да. Но, да? По крайней мере, я думаю, за несколько часов виновных навряд ли могли наказать, да, и тут уже какая-то непонятная ситуация. То есть похоже на бездействие. Здесь перегруз идет на 5 тонн, идет перегруз автомобиля. Да. Еще прицеп не подключен, не работают задние стоповые огни и габариты. Не работают поворотники на прицепе. Но уже это уже вопрос аварийная ситуация. Да? Да. Сзади лежат баллоны. Вроде бы как баллоны газа красного цвета. Нет сертификата проверки на взрывоопасность. Нет проверки на радиации. Никаких бумаг нет. Провожающий это груз. То есть уже идет нарушение закона полным ходом. Приедет сейчас. Что-то же можете снять. Пройдемте, как вы. Уже дальше пока снимаем. Да. Максим, а скажите, какие меры примет полк Днепро-1 вот, о безнаказанности полиции? Вот нарушение. Вот теперь полк Днепро-1, да, начинает, скажем так, сомневаться в, скажем так, честности работников, да, данного отдела. Ну дай бог, что это у нас только сомнение, может здесь действительно какой-то факт имел место, и он уже решился, но, как правило, сейчас дождемся местную милицию и установим все объективные обстоятельства по данному поводу, и будем надеяться, что все-таки нас услышат, и этому когда-нибудь наступит конец, и мы будем это контролировать и всячески пресекать. А скажите, разве не должна была милиция изъять автомобиль? По правилам как бы должна, да. И как минимум должны были его печатать до конца разбирательства этого всего. Потому что как минимум утреннее похождение, обнаружение незаконного пункта приема металла, это уже уголовная статья, уголовное наказание. И до решения суда как минимум нельзя было ничего предпринимать. Пока решение, то есть, да. Автомобиль должен был стоять во дворе? Да, стоять во дворе, пока не будет до конца принято решение по данному факту. Или это действительно незаконный пункт приема металла, или это законный пункт приема металла, и все, что там находится, это все законно. Но мы видим, что буквально, да. Вот, и мы не видели в протоколе, вот, который подписывали, нас брали как панды, мы не видели, чтобы там было написано ни вес вот этого металла, ничего. Вот там этого не было в тот момент. К сожалению, да, с весом, наверное... То есть не описывали особо ситуацию? Да, но я думаю, с весом они просто не могли написать, так как веса были, отсутствовали. Но в данном случае вот водитель ехал с весов, взвешивал данный груз весом 20 тонн. 20 тонн в эквиваленте на сегодняшнюю рыночную цену металлолома – это 500 000 гривен. Сейчас перевозит этот автомобиль.
потому как бы все очень интересно, развивается, это, и посмотрим, что будет дальше. Подходите нам, А если взять продажу, то тогда около миллиона гривен. А нету такой вот гарантии, есть вернее такая гарантия, что вы воспрепятствуете, что этот автомобиль будем не поедет вечером сдаваться в дорогу? Нет, мы сейчас минимум этот автомобиль сопроводим. Будем добиваться, чтобы его сопроводили на территорию местной милиции, опечатали, и он там стоял до конца разбирательства по данному вопросу. И потом дальше, мы людям сообщим, чем закончилось. Дай бог, да, что нам сообщат, и мы обязательно, нам сообщит местная милиция, мы будем на этом настаивать, и обязательно повести местное население. А жалобы будете вы подавать какие-то? Если будут какие-то правонарушения, мы будем зафиксировать в нашу сторону или в сторону данного вопроса, то, конечно, будем принимать меры до жалоб и всего остального. А еще интересно, вот как остальные точки пункта приема металла отреагировали? Сегодня, вы знаете... Слух пошел быстро? Да, пошел слух, потому что нам уже начала приходить оперативная информация по поводу других пунктов приема черного металла и цветного. Также мы сегодня проехали, скажем так, сдалека посмотрели на эти пункты. Там уже, скажем так, тихие бджолы не гудут. Все хорошо, все закрыто, и никто ничего не делает. Потому, скажем так, этот утренний инцидент, скажем, повлиял таким образом, что пока в городе настала тишина. Посмотрим, что будет дальше. Может, вам надо каждое утро и каждый вечер делать обход, раз наша милиция не может? Ну, пока да, пока не поймет народ или наша милиция, что все можно, скажем так, предотвратить, было бы желание. И все будет хорошо. Спасибо большое. Мы вам верим. Вы сегодня показали, как вы можете остановить. Мы стараемся, да. Это наша, скажем так, работа. И мы привыкли работу делать качественно до конца. Мы будем стараться. Спасибо вам большое. Ждем от вас новостей. Обязательно. Мы будем вас информировать. Спасибо. Снимаем? Да. Сейчас, сейчас. Данный прицеп просто идет на цепь. Это не подключено, потому что здесь некуда подключить. То есть не работают задние обрительные огни, не работают повороты, не работают стоп-огни. Сзади никаких надписей нет о том, что здесь все не работает. Если сейчас залезть сюда на прицеп, будет видно там баллоны. Сейчас вам даже скажу, сколько там здесь красных баллонов. Прокомментировать, каким образом, нет, вы должны прокомментировать, каким образом автомобиль выехал. Ну, я с Кривого Рога, просто начальника сказали. А кто может сказать? За определенную плату. Откуда? Где загружались? Я не загружался. Меня привезли на весовую, я на весовой забрал машину. Он не мог выехать. Да, просто с весовой. Но он не мог выехать. Сказали. Присаждение металлолома, знаете? Нет. Нет. Документы на другом. Вот все документы. Не, я к вам не спутаю. Просто люди не поймут. Я не снимаю. Ну как вот люди скажут, а кто объяснит? Я повторяю, я оперативный сотрудник. Хорошо, кто может объяснить, как этот автомобиль оказался здесь, а не во дворе? Вот кто это? Обеспечите. Я позвоню, когда все кончится. Хорошо? Все, пока.
данном этапе указанный выше автомобиль с метавым был сопровожден и доставлен в районный отдел милиции, поставлен на штрафплощадку. Сейчас его осматривает следователь, он опечатывается и ставится на постоянное хранение до конечного разбирательства по данному вопросу. Материалы снова зарегистрированы, собраны, переданы в местную милицию для рассмотрения руководством принятия решения согласно законному порядку. Данному нарушению усматривается, опять же, уголовная ответственность по статье 213, это незаконное обращение с металлоломом, и административная ответственность согласно 164 статье Кодекса Украины про административное правонарушение, это незаконные действия по перевозке металлолома не специально, без надлежащих документов и специально оборудованного автомобиля. Поэтому ждем разбирательства по данному вопросу. Тем более автомобиль еще замыкающей проводкой. Если вы видели, когда он заезжал на стоянку, дело там капот искрил. Все полицейские как будто там ведутся какие-то сварочные работы. То есть замыкает проводка. Но это не самое страшное. Почему? А в автомобиле там неизвестно, что в кузове. Если оно загорится, там два баллона, то, что мы видели сверху. А вы получили ответ на вопрос, каким образом после милиции, после Днепра-1, машина, которая была закрыта во дворе, она смогла выехать? Сейчас о ком мы здесь узнаем? Вот. Я думаю, не комментировала пока. Сейчас пока письменной информации не дали, но утром будет руководство. Да, будем у них спрашивать. Вы эту информацию услышите и сообщите, что там... Обязательно, да. Мы ее уточним. И уже есть гарантия, что машина не выйдет уже из ворот милиции, да? Абсолютно верно. Ну, будем надеяться. 9 вечера. Да, работа продолжается. Да. Удачной ночи. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.